В универсальном спортивном комплексе Подмосковья состоялся шашечный турнир, посвященный Петру Григорьеву, который проводится из года в год спортивной школой Олимпийского резерва городского округа Щелково. 24 медали завоевали наши спортсмены в 19-м традиционном турнире городского округа Щелково среди мальчиков и девочек по русским шашкам – Кубки Григорьева. Мы проводим сегодня турнир, посвященный моему тренеру Петру Григорьевичу Григорьеву. Он 25 лет назад возрождал шашки в Щелковском районе. И вот в честь него мы ежегодно проводим эти соревнования. В соревнованиях приняли участие спортсмены 2014, 2015 и 2016 годов рождения. Несмотря на столь юный возраст, участники продемонстрировали хороший уровень подготовки и стремление к победе.